Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости нашего канала. Меня зовут Юлиана. И в этом видео, друзья, мы с вами проведем практику на устранение финансовых проблем из вашей жизни. И это мы будем делать с помощью мыла. Нам понадобится именно мыло зеленое. Поэтому подойдите в любой магазин и купите любое мыло, но главное, чтобы было цвета зеленого. И после того, как вы заговорите зеленое мыло, обязательно мойте им руки. И в скором времени безденежье покинет ваш дом и вам начнет вести с деньгами. И деньги начнут к вам притекать. Обращаем ваше внимание, что эту практику мы проводим на луну убывающая. Как раз сейчас такое время, до 9 мая, поэтому обязательно в самое ближайшее время проведите эту практику. Как мы ее проводим? Итак, мы купили мыло зеленого цвета, марки выбирайте на ваш вкус. Далее, дома нужно заговорить такое мыло. Говорим следующие слова. Как мыло мылится и к руке липнет, так бы деньги ко мне прилипали. Как пена смывается с рук, так бы доля пустая отмылась, да водой утекла от меня далеко. Слово мое крепко. Аминь. Эти слова над мылом, друзья, нужно произнести именно 3 раза. И обращаем ваше внимание на то, что этим мылом должны пользоваться только вы, а не все члены семьи. Поэтому, если вы хотите, чтобы и другие члены семьи могли воспользоваться этим мылом, тогда они должны сами купить, именно сами купить, выбрать то мыло, которое им по душе, именно зеленого цвета, и также заговорить и пользоваться. Это очень важно. И кроме того, если вы живете с кем-то, обязательно попросите, чтобы до этого мыла, до этого куска не дотрагивались. И тогда эффект будет, и безденежье действительно от вас уйдет. Друзья, вот такой ритуал, который вы можете провести в самое ближайшее время. Еще раз обращаем внимание только на убывающую луну. Но мы вам всем желаем финансового достатка, благополучия. Как всегда, ваш канал «Эзотерика для тебя».